Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать вам, ответить, вернее, на те вопросы, которые мне часто задают в YouTube и ВКонтакте по вышивкам бисером. Я вот открыла наборчик «Матрёнин посад». Самый такой простенький для того, чтобы показать вам, как я это делаю. Когда я покупаю набор вышивку бисера, это, как правило, принт, нанесенный на шелк, и бисер, подобранный к этой работе. Вот тут не очень много цветов, тут всего 9 цветов. Это матрёнин посад, тут даются и ниточки, и, наверное, иголочка, только я ее пока не вижу, но неважно. И в этом наборе даже присутствует паспорту уже. Так вот, как это делаю я? Я беру, смотрю номера бисера, и вот под каждый вот этот цвет пришиваю тот бисер, который соответствует вот этому значку. И тогда мне легко, по одной штучке пришиваю, и тогда мне легко, я уже не рассматриваю особо, где какую нужно пришить. У меня уже здесь наглядно все это видно. И нитки здесь даются. Ну, можно купить мононить или вот этот лавсановую, которая не рвется, которая такая покрепче. Вышивается она рядами, как правило, рядами. Один, значит, ряд вы вышиваете сюда, другой в обратную сторону. Этот ряд вы пошли сюда, потом в обратную сторону. Вот так рядочками зашивается бисер. Например, на иконе или вот на такой вышивке бисером здесь волк. Здесь, видите, не зашивается серединка. Вышивается рядами в эту сторону и в эту сторону. Единственное, надо следить, чтобы бисер всегда смотрел в одну и ту же сторону, чтобы наклон бисера был в одну сторону. Вот за этим нужно обязательно следить. И очень хорошо закреплять нитку, потому что если очень часто нитка плохо закреплена, ребята начинают натягивать на пластик, и рвутся нитки, или вылезает вот этот кончик, который плохо закреплен, и приходится нам перешивать, собирать бисер на столе, и пришивать вот эти все бисеринки приходится нам пришивать. Довольно часто мы это делаем. Перетяжку делать в бисере нельзя с одной стороны на другую. Перетяжку ниток ни в коем случае делать нельзя. Это очень важно. Кто шьет на пяльцах, у того проблем, наверное, не будет. А вот кто шьет без пяльц, у тех может быть проблемы, очень часто перетягиваются. И получается сборка или пузырь, или наоборот, получается как бы вмятинка. Поэтому лучше шить такие вещи на пяльцах. Ну, я шью без пяльц, но это с опытом приходит. Все. Надежда из Угута, вторая, вышла вот этого замечательного волка, которого мы вам показали. И вот вторая ее работа – это селезень. Вот здесь камыш вышит, его можно вышивать либо сверху вниз, либо снизу вверх. Здесь уже вот таким же образом вышивается, но здесь идет как бы полосочка такая. А самого селезня очень хорошо вышивать рядочками. Вот так рядочками вышивается оттуда сюда, отсюда сюда. Главное следить, чтобы бисер в одну и ту же сторону смотрел. Здесь уже пойдет целиком. Вот так все это. А отсюда начинаете снова. И вышиваете вот так рядами туда-сюда, туда-сюда. Ну, я думаю, что это все несложно. Это может вышивать даже новичок. И даже тот человек, который еще никогда ничего не вышивал. Это можно купить вот такой набор, начать вышивать такую работу. Это несложно. Вообще бисером вышивать несложно. Если мы вышиваем вот по принту, по набору, это нетрудно. Но есть такие вышивальщицы, которые вышивают очень сложные работы. Но я вам ее потом, работу такую, одну из таких работ я вам покажу.
хочу вам показать икону. Это Петр и Февронья. Тоже она вышивается рядочками. Доходите далеко и возвращаетесь в обратную сторону. И вот эта часть уже будет вышиваться отдельно. А когда доходите до целиковой части, то же самое вышиваете до конца. Вот эта часть вышивается отдельно. Точно так же и с руками. Вот здесь вот шьете до руки, оставляете, и потом начинаете новую ниточку вот отсюда. Чтобы не стянуть вот эту часть, не получилось стяжки. Ни в коем случае не делайте перетяжки за ликом ниток. Да, ну вот еще одна икона, чаша терпения. Это я вам показываю, потому что первый раз нам принесли такую икону. Чаша терпения, ни разу не видела я такую, что есть вообще такая икона. Впервые узнала вот сейчас. Поэтому решила вам ее показать. Но это моя любимая, Ксения Блаженная. Я ее очень люблю, почитаю. И в разных видах, в разных... Она есть во весь рост. У меня я вышивала во весь рост. Мне она очень нравится. Я люблю очень Ксению. Она мне помогает. Она реально помогает людям. Так что вышивайте ее обязательно. Она много в чем помогает. Ксения Блаженная похоронена на Смоленском кладбище. Это на Васильевском острове. Если вы приедете, там и автобусы идут, и маршрутки. Так что туда очень много приезжает людей поклониться, попросить о чем-то сокровенном. Так что обязательно приезжайте. Приедете в Санкт-Петербург, обязательно посетите Ксению Блаженную. И еще хочу показать вам одну работу Надежды из города Угуд. Посмотрите, какая красивая. Просто хочется показать и показать вам ее, чтобы вы увидели, какая красота. Я думаю, что это украинский набор. Мне кажется, на Украине такую красоту делают. Посмотрите, какая замечательная икона Божьей Матери. Точно я не знаю, чей это набор, но мне кажется, это Украина. Если кто-то знает, напишите.
в одном из роликов я уже показывала эту розу, но сейчас, так как у нас идет подборка бисерных работ, я хочу вам про нее рассказать поподробнее. Здесь очень много оттенков бисера. Я даже не берусь вам точно озвучить, сколько, но человек, который это вышивал, он неделю только подбирает и калибрует бисер. Вышивала эту работу наша постоянная заказчица Людмила Ивановна. Она у нас золотошвейка. Посмотрите, это очень сложная работа, потому что здесь нет принта, здесь не нанесен рисунок. Я не берусь вам рассказывать, как она делает вот это так ровно и все аккуратно, и чтобы все это было расположено и без рисунка. Единственное, что я вам могу рассказать, это креп-сатин, на котором она вышивает, он очень плотный. Чтобы его проколоть, она берет шило, прокалывает креп-сатин шилом, потом в эту дырочку направляет иголку, на иголку надевает бисеринку, и только потом она возвращает иголку обратно в эту же дырочку. Вот такой сложный здесь сложный процесс. Так что вот как она это делает, я не могу сказать, я точно не знаю, поэтому секрет этот я вам не открою. Но вот то, что она вот это вот без всякого рисунка вышивает, причем у нее все работы такие, как она это делает, это ее секрет, наверное. Ну, может быть, для нее это не секрет, но я об этом не знаю. Если она захочет, мы ее пригласим и расспросим поподробнее, как она это делает. Но получается просто изумительно. У нее был набор вышивки крестиком, она вот по этому набору сделала вышивку бисером. Он получился гораздо больше размером, чем крестиком, но посмотрите, как изумительно все получилось. Ваза просто хрустальная, ее прямо видно, что она хрустальная. Да, и ножки в вазе все видны, посмотрите, это все прозрачно, получается очень красиво. И у роз бывают даже коричневые листики. И здесь все это учтено, и все прописано, провышито. В общем, очень красивый. Просто потрясающе. Я ее уговорила, чтобы она мне ее подписала, потому что это был подарок. Она мне его эту вышивку она мне подарила. Я очень ей дорожу, потому что это уникальная работа. Посмотрите, как красиво сделано, выполнено. Но здесь тоже вышивка по принту совы. Очень красиво, конечно, выполнена работа. Очень красивый принт. Посмотрите, какие здесь елки в тумане. Очень здорово. И вот совы или филины, я не очень разбираюсь, сидят на ветках заснеженных. Очень красиво смотрится работа. Она еще не дооформлена, еще не пришел багет. Ждем, когда привезут багет, и дооформим. Может быть, потом мы вам покажем уже в готовом виде. Вот еще одна работа, это моя вышивка по принту, очень простая, легкая. Я ее очень быстро вышила. Я ее когда-то давно очень показывала уже, но решила, раз уж мы показываем работы бисером, покажу. Это Новослобода, там целая серия таких очень интересных работ по сюжету, я имею в виду. Ну, вот она мне чем-то так приглянулась, мне захотелось ее вышить, я ее просто на одном дыхании вышивала. Оформила я ее, конечно, очень помпезно. Сейчас бы я, наверное, так уже и не оформляла, но это было очень давно, и мне показалось, что вот
именно так надо и вышить этого оформить этого музыканта. Ну, судить вам, что у меня получилось. Сегодня все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока-пока, до новых встреч!